Ребят, всем привет. Я надеюсь, что там не будет перегрузов, пока я не смотрю на экран, смотрю на вебку. Короче, сразу предупреждаю, если вам очень сильно, как и мне, не нравится вот этот вот молодой человек там где-то в углу экрана, я не знаю, куда его поместят, я надеюсь, его вообще уберут куда-нибудь, потому что это не дело, конечно. Если он вам тоже сильно не нравится, прикрываете его рукой, он будет только сейчас, и все. У нас другой актер сегодня на выпуске, не я, слава богу. Да и я, кто вообще такой я тоже не знаю на самом деле. Вот, значит, почему вебка? Потому что, я сразу предупреждаю, у нас сегодня в студийном безумии музыкальная пауза, где не просто гитара, как обычно, да, не просто я играю на гитаре, сегодня я еще и пою. Петь я не умею, поэтому, типа, совет по секрету говорю. Жестко скипаете, просто люто-дико скипаете, соответственно, музыкальную паузу. Получаете огромное количество удовольствия от того, чего вы не услышали. Подписывайтесь на Boosty, это обязательно. Купите мерч, блин, он офигенный. Наш художник старался. Передайте, так сказать, свой комплимент шеф-повару. Вот. Сегодня у нас выпуски студийного безумия с вами. Ребята, Сергей... по псевдониму Акакин, который озвучивает для вас Мокси. Между прочим, он озвучивает для вас физороли, он озвучивает для вас Мокси. У него сегодня еще один персонаж. Поэтому, типа, огромное спасибо Сергею за то, что он это написал. Ссылка на его паблик ВК будет в описании видео. Если он попросит, там и на и личная ссылка будет, короче, все будет. Вот, музыкальную паузу сегодня скипаем. В музыкальной паузе песня не полная, да? Поэтому полная песня будет на Boosty. Это просто, чтобы ваши уши поберечь. Полная версия на Boosty, не полная здесь в студийном безумии. Вот, подписывайтесь на Boosty, там дом совы. Реально, про Рика и Морти ничего не говорю, а то вы просто уничтожите снова нам комментарии тем, что Сындук уже озвучивает. Вот, дом совы на Boosty. Мерч по ссылке есть. Подписывайтесь на паблик ВК, подписывайтесь на Телеграм, потому что если что-то случится, и вы нас на Ютубе не увидите, то это в ваших же интересах. Вот, поверьте мне. Подводка идет уже 2 минуты, это примерно как выпуск студийного безумия. В общем, всем большое спасибо за то, что смотрите нас, мы очень рады, рады для вас стараться. Всех поздравляю с 600 тысячами подписчиков, 600 тысячей подписчиков. Всех, короче, поздравляю с тем, что на 600 тысяч. Представьте, что бы было, если бы вы все скинулись мне по рублю. Так, ну что, у нас тут это... Адский босс, да, там это... Мы сейчас его пишем, там, мой персонаж Мокси. Этот маленький шпиндель. Ну, давайте это, начнем, да? Да, блядь, где ж ты говоришь-то? Sir, you're doing the right thing. О-о-о-о-о-о. Sir, can't even hire it. Ладно, поехали, полетели. Адский разгон. Сэр, если я могу так сказать, вы все правильно делаете. Если мы не можем даже найти приветливого к... Чего на? Я таких слов не знаю. Вы че, переводчики, куда вы меня загнали? Так, еще раз. Если мы не можем найти даже приветливого к... Ух ты ж твою мать. Если мы не можем найти даже приветливого... Фу! Мокси, я, конечно, понимаю, это там этот официант или кто там, ну давай по-русски говорить. Если мы не можем найти даже приветливого калиф... Если мы не можем найти... Если мы не можем даже... Если мы не можем даже найти приветливого калифици... Лёш, удаляй, короче, я позорился. Так, это уже не смешно на самом деле. Если мы не можем даже найти приветливого, квалифицированного администратора, как люди могут доверить нам убивать и калечить своих врагов? Это на благо дела. Как люди могут доверить нам... Не можем даже найти... Потерял голос. Угу. Сказал, но потерял голос. Отлично. Если мы не можем даже найти приветливого, квалифицированного администратора, как люди могут доверить нам убивать и калечить их врагов? Это на благо дела. Вот это славненько, я считаю. О, это мое, это надо. Митинг! Митинг! Митинг!
Осуждаю, осуждаю. Если что, никакого митинга не было. Сэр, не думаю, что у вас есть выбор. Пошел нахуй. Блядь! Ой. Все отболит, и мудрый говорит, каждый костер когда-то догорит. Ветер залу развеет без следа. Но до тех пор, пока огонь горит, каждый его по-своему хранит. Если беда и если холода. Раз ночь длинна, жгут едва-едва и берегут силы и трава. Зря не шумят и не портят лес. Но иногда найдется вдруг чудак. Этот чудак все сделает не так. И его костер взовьется до небес. Еще не все дорешено, еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня, еще не жаль огня, и Бог хранит меня. Ой, а это кто его? А это Столас. Да это что? Это Краш. Вот, пожалуйста, мой коллега Трубадур. Трубадур? Они что, там трубы прочищают или что? Это я? Твою мать. Вы сегодняшний гость, вы... Дорогая, у нас гости! Борщ, борщ, борщ. Дорогая, у нас гости! Да, там, у него жвачка, дебил! Я тоже хочу поматериться. Почему у меня нет матов? Я не могу понять. Но это несправедливо. Подготовьте его. Эфир через, блядь, 5... О кризисе личности нужно было думать до того, как подписывать контракт. Yes. О, его... О, его бьют. А за что? Блин! Демоксид. Опа. Адский босс, и что ж, серия подошла к концу, а это значит, что мое эфирное время тоже подошло к концу. Всем спасибо, кто смотрел. Всем спасибо, кто смотрел студийное безумие. И спасибо, что остаетесь с нами. Я речи говорить не умею, но озвучивать я умею. Всем спасибо. Всем до завтра. Увидимся в школе. Удачи.